Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я таролог, и на своем телеграм-канале, ссылка будет в описании канала и видео, я размещаю развлекательный контент и делаю набор на бесплатные расклады. Называется это «Живой расклад», и подходит формат для тех, кто не решается на личный или по каким-то причинам не может оплатить личный расклад. Делаю я это, конечно, не часто, так как я являюсь консультирующим тарологом и работаю каждый день. Снова у нас вопрос рабочего характера, забыла сказать, да, про колоду, что-то я забываю. Колода Таро власти. Ну, я думаю, что те, кто смотрит расклады подряд, может быть, тенденцию проследит. Я все-таки не могу тут все свои колоды вытащить. Работаю вот тем, что стоит у меня здесь в комодике. Давайте так. Да, у Татьяны такой запрос. Найду ли я хорошую работу в ближайшие 2 месяца? Татьяна, посмотрим ваш сигнификатор. Готовы ли вы к новой работе? Хорошей, да? Семерка жезлов. Слушайте, там у нас 9 в предыдущем, здесь 7. Ну, что сказать? Я думаю, что вы готовы побороться за это. По 9 пентаклей, в общем-то, в основе-то все неплохо. По фортуне хочется, знаете, победить. Хочется хороший шанс получить. И поэтому, знаете, по 7 жезлов вы не отступаете от именно своих принципов. То есть человек ищет что-то конкретное. Он не хочет абы куда устроиться. Это важно. Это все-таки наши амбиции. Найдете ли в ближайшие 2 месяца? Ну, слушайте, да, найдете, возможно. Но, знаете, наверное, все-таки раз у нас выпала 6 кубков, это не что-то такое будет из ряда вон выходящее, да, что вам нужно куда-то там поехать там или что-то еще. Возможно, это будет через каких-то знакомых людей. 6 кубков у нас карта цикличная, когда мы... Ну, так или иначе, возвращаемся к каким-то прежним людям. По 10 пентаклей это очень часто все-таки итог, который у вас уже был. Знаете, как вернуться на ту работу, на которой вы уже работали. Вот. 2 жезлов – это вот как раз-таки планы на ближайшие 2 месяца. Кто, как говорится, ставит цели конкретные, тот и получает, в общем-то, надежный результат. Вот. Потому что 10 пентаклей – это прямо-таки положительный, хороший результат, хорошие условия и 6 кубков – комфорт. Я думаю, что найдете. По 7 жезлов именно потому, что боретесь за то, что должно, что правильно. Видите, 7 жезлов – карта напряженная, она всегда с такой подковыркой. Если человек, например, так агрессивно отстаивает свои интересы, несправедливо, ну, то есть, знаете, вот агрессируют излишне, то часто эта карта как переворачивается. В вашем же случае, раз у вас такой положительный исход выходит, да, и здесь вы ждете какого-то шанса, при этом, знаете, сейчас не нуждаясь, а просто желая, ну, знаете, сыграть в рулетку, да, в выгоды для себя что-то, я думаю, что вы это делаете все не зря. Вот. Я надеюсь, что у вас, конечно, все благоприятно разрешится, вы найдете работу себе по душе. Я вас благодарю, желаю вам новой работы в ближайшие 2 месяца. И остальных благодарю за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда буду рада.